Доброго дня! Роботу каналу «Відкритий» продовжує прес-центр. І сьогодні тема нашої прес-конференції – початок опалювального сезону у Дніпрі. Результати, проблеми, варіанти вирішення. У прес-конференції беруть участь Владислав Мирошниченко, голова правління асоціації ОСББ «Добробут», та Олег Браславець, голова ЖБК 118 «Ореол». Вітаю вас! Опалювальний сезон в Дніпрі розпочався. Що, які існують проблеми? Тому що без проблем неможливо. Мы не далее, как полгода тому назад, была у нас пресс-конференция, мы говорили о тех проблемах, которые, возможно, будут в этом году. Слава Богу, наши прогнозы не оправдались. Мы счастливы этому в первую очередь. Конечно, вы видите, что, к сожалению, в других городах проходят разные события, и сейчас во многих городах ситуация полностью катастрофическая. И в политике, в подаче газа, и в состоянии сетей. Что показал этот сезон, начало этого года, слава Богу, в Днепре он прошел, особенно по правой стороне, намного лучше. Жители Левого берега ощутили все прелести того момента перехода от мощных котелен, которые были раньше, ТЭЦ, к новым системам, новым котельным, которые запустились в этом году. Они в этом плане новички, нужно брать пример с особенно правого Красногвардейского района, который, вы помните, в прошлом году была реконструкция, где вместо котельной Южмаша начали работать ТЭЦ и открыли котельные. Да, этот перипетий, ужас, проблемы, которые все были в этом году, слава Богу. Надо понимать, что у этой проблемы есть две стороны. Первая сторона – это работа теплоэнерго, которая теперь… И вторая сторона – это состояние домов, состояние коммуникаций, которые подготовили объединение. Ну, вот Олег, как практик, запуская в этом году лично, да, я как-то помню, сливая воду, он расскажет поподробнее, да, днями и ночами. Ну, на сегодняшний день хочу сказать о том, что при том моменте, что действительно город приготовил отопление, то есть систему теплоснабжения, сделали реконструкцию, полностью заменили сети. В домах мы провели колоссальную работу по подготовке согласно предписанию выданных КП «Теплоэнерго», а также бывшего КП «Коммунжилсервис». На сегодняшний день хочу сказать, что действительно теплоноситель подается очень высокий, давление уже нормализовалось. По сравнению с прошлым годом, все-таки отработал коммунальное предприятие «Теплоэнерго». Ну, будем говорить, не 100% хорошо, но 90% действительно сети были подготовлены. Хочу сказать, что действительно люди, совладельцы, еще не совсем понимают, что система дома – это как организм. Если, допустим, какое-то заболевание есть в организме, то другой орган начинает либо плохо работать, либо совсем не работать. Также и в теплоснабжении. Если в одной из квартир собственник не поменял систему отопления или находятся старые коммуникации, трубы, то пройти циркуляция воды просто невозможно. Поэтому мы говорим о том, что в целом в домах, благодаря промывке системы отопления, благодаря гидравлическим испытаниям, мы действительно за летний период много сделали работ. Также, будем говорить, поменяли некоторые узлы, некоторые половину системы отопления для того, чтобы действительно нормализовать. И в этом году жалоб практически нету. Да, они есть, но только на тех проблемных стояках, где действительно нету замененных стояков, на батареях стоят краны, нету перемычек и так далее. Поэтому я считаю, что отопительный сезон у нас распочался, ну, будем говорить, на 80% лучше, чем прошлый год. Действительно, будем говорить, от ТЭЦ и ЮМЗ, которая давала по технологическим параметрам, ТЭЦ и ЮМЗ выдавала давление, допустим, там под 8 атмосфер, и мы говорим о том, что теплоноситель давался от 100 до 130 градусов, согласно графика, то котельная выдает от 70 до 100. Естественно, что это идет уменьшение, и на сегодняшний день, будем говорить, когда в срочном порядке был перевод, потому что местные власти приняли решение о том, что должен тариф быть меньше и должно быть качественное тепло, не хотели реконструировать Южмашевскую, Южмашевский ТЭЦ,
и приняли решение перевести на котельные. Да, действительно, это было в срочном порядке, это был сентябрь месяц, было переключение, это было очень тяжело, и найти компромиссное решение, там, увеличение сопел или элеваторные узлы, ну, то есть это пусконаладочные работы очень проходили в прошлом году очень тяжело. То есть они проходили до января месяца практически, дома все, ну, будем говорить, не замерзали, но было очень холодно во всех квартирах. То на сегодняшний день на подаче от КП Теплоэнерго, от котельных, сейчас поступает давление 6 атмосфер и поступает сейчас теплоноситель в районе 80 градусов. То есть действительно отопить квартиру можно беспроблемно, если действительно все внутренние системы заменены и качество теплоносителя будет хорошее. Это благодаря правому берегу. Да, по правому берегу. На левом берегу действительно Комэнергосервис на сегодняшний день передал многие дома. Я тоже управляю на левом берегу домами, где действительно сейчас, ну, идут пусконаладочные работы. Мы говорим о том, что люди не замерзают, но уже не получают того тепла, которое могли получить от Комэнергосервис. Надеюсь, что в следующем году, к следующему году мы подойдем к тому, что действительно мы сделаем переналадку. КП Теплоэнерго нам даст расчеты новых сопел, новых элеваторных узлов, либо заблиндовать, либо пустить напрямую. То есть для этого надо понимать конкретно, сколько выдает мощность котельной, какой теплоноситель и так далее. То есть в этом году никто не замерзнет, но тепло будет, ну, чуть-чуть хуже, чем было в прошлом году. Не хочется петь панегирики коммунальным службам Теплоэнерго. Все свидетели здесь, мы не раз их критиковали. Даже очень критично. Ну, але якщо є за що похвалити, то да, потрібно хвалити. Да. Були, допустим, у нас спори з комунжилсервисами юридичні по доначисленню, були неудобні питання господину Клименко. Ну, опять хочется признаться честно. Вот есть, допустим, техничные умовы, да? Вот есть такой документ, который определяет, каким образом должно проходить теплоснабжение. Что там? Да. Что первое, там есть обязанности поставляющей теплоорганизации, техничные умовы. Есть обязанности совладельца. Если совладелец Теплоэнерго не будет совместно выполнять эти обязательства, тепла в доме не будет. Не будет. У нас до сих пор есть претензии, допустим, к тому же Теплоэнерго, это первое. Давление все-таки нестабильное до конца раз. Но оно нестабильное из-за чего? Потому что сейчас люди привыкли как? Когда ТЭЦ ЮМЗ подавала тепло в Красногвардейский район, естественно, что можно было сбрасывать воздух вместе с водой. Там канализацию, чтобы быстрее проходила она и быстрее было потепление. Там есть такое понятие, как еще добор воды. То есть, естественно, что ТЭЦ ЮМЗ давали там 1000 кубов, допустим, в час, а котельная дает только 20 кубов в час. Поэтому мы говорим о том, что всю воду, которую сбрасывали, котельная не может выдать нормальное давление. Из-за чего? Из-за того, что оно просто уходило в канализацию. У нас до сих пор осталось это видео, когда на Новокрымской 3 торчат трубы с верхнего этажа, на улице минус 20, и сверху льется, а у нас поливают горячей фонтан, водой. Конечно, я говорю, да, ребята, это ваши доллары, да. Вы просто сверху распыляете на которые улицу. Вы просто на улицу и выбрасываете. В этом году нет такой ситуации. То есть дома подготовили, и мы сейчас говорим, Олег, мы можем сейчас пройтись по Красногвардейскому району. Смотрите, Богдана Хмельницкого 38, ура, в доме все хорошо. Рядышком другой дом, чуть хуже. В этом доме чуть лучше. В этом доме вообще прекрасно. Почему? Совместная работа. Вторая претензия – это Теплоэнерго. Это разница между давлением подачи и обратки. Циркуляция должна быть, и давление, разница должна быть больше. И третья, конечно, самая главная претензия. После всех ремонтов, в идеале это должна быть техническая вода, правильно? Она должна быть очищенная, смягченная. То, что сейчас подавалось в начале особенного сезона, это, ну, так, то, грязный, да, теплоноситель. То есть подавался грязный теплоноситель, что приводило к засорению элеваторных узлов, что приводило к чистке фильтров и так далее. Но при этом я хочу сказать, что после этих мероприятий действительно я подтверждаю о том, что действительно тепло может поступать в дома. Единственное, что самое важное, самое главное, чтобы люди для себя понимали, что если они хотят пользоваться теплом, то не надо только менять, допустим, в девятиэтажном доме в двух квартирах систему отопления. Необходимо поменять всему стояку. И до тех пор, пока это не будет сделано,
естественно, что теплоноситель не будет циркулировать по всем 9 этажам, к сожалению. К сожалению. По левому берегу, наконец-то, опять же, собственники, у которых была та же мощнейшая подача, они теперь поняли, что действительно у них проблемы с завоздушиванием, у них проблемы внутри сети. И собственники обращают внимание на кого? На несчастного председателя. Да, либо председателя. Виноваты все. Вокруг должен прийти дядя, и который за 40 лет, что не делалось в доме, вдруг должен щелкнуть волшебник пальчиком, и все завтра появится. Нет. Так не бывает. Не бывает. Хочется объяснить людям, только вместе, только подойдя конструктивно, разбираясь, в чем проблема, и устранив эту проблему, можно обеспечить тепло. То есть, ну, мы говорим о том, что даже если вот в квартире нету тепла, да, действительно, я пытаюсь вызвать теплоэнерго, я их вызываю как представителей, совместно мы обследуем стояк, и вот когда мы заходим в дом и на рамке управления на элеваторном узле показывает температурный режим, допустим, 80 и 60 градусов теплоноситель, и также давление показывает 6 на 5, и хотя бы один из стояков в доме рабочий, ну, ребята, сказки не бывает. Значит, все те стояки, которые не работают, они реально просто забитые. Либо забитые, либо вот был прецедент на той же Новокрымской 3, когда собственник с индивидуальным отоплением перекрыл у себя центральный стояк отопления и решил, что ну так должно быть. А то, что 8 этажей сидят в холоде и сидят без отопления, естественно, кто виноват? В руководство ОСМД. Ну, никак руководство? Не, никак, выбранный председатель. Да, да. Председатель. Вот они виноваты. В том, что какой-то из собственников просто перекрывает систему отопления у себя в квартире. Да, ему жарко, да, ему хорошо, ему комфортно, у него стоит котел. Поэтому я и говорю, что те люди, которые не понимают, как работает запорная арматура, нельзя брать и крутить. Ну, уже лучше. Вы знаете, в прошлом году весь правый берег, вот когда начались все эти проблемы, все раньше у нас все были с специалистами по футболу. Ну, все знали, ну, как играют игроки. Играть, да. В политике, да? Да, теперь у нас стали все специалисты теплотехниками. Теперь, наконец-то, собственники начинают понимать, что такое. Вначале мы писали вот стояк-лежак, надо протянуть стояк. И дама говорит, ну что вы ругаетесь, да, вы какой-то пошлый или нет. Теперь они все знают, что такое лежак, что такое стояк, как правильно развоздушивать, ну термины профессиональные, обыденные, да, сантехниками. Теперь на левом берегу мы надеемся, что все собственники услышат и станут профессиональными теплотехниками-теоретиками. Ну це ж добре, це люди, ну це власне просвітництво свого роду, да? Тобто, люди учаться быть собственниками. И управлять своим имуществом. Это здорово, это хорошо. И вот в тех домах, где лучше собственники, и хотелось бы сказать, что надо внедрять инновации. Вот говорит, что нам делать в этом году? Да, постоянно завоздушивание, да, грязный теплоноситель, да, мы не можем повлиять на теплоэнерго, оно само не может на себя повлиять, потому что состояние сетей за 40 лет... Ну, оно очень критическое. В некоторых домах мы ставим сепараторы шлама и воздуха. Новая интересная идея, которая позволяет отделять воздух, сбрасывать шлам. Да, надо потратиться на эту конструкцию. Но в тех домах, где стоят эти устройства, ситуация намного лучше. Мы не говорим о том, что хорошо, но намного лучше это стало. Действительно, это результат, он есть, он виден, поэтому... В общем, как резюме, нужно договариваться, сотрудничать, правильно, все между собой. Второе, нужно понять содержание своей собственности, нести ответственность. И третье, нужно внедрять инновационные технологии. Тобто три складові для того, щоб в квартирах, в будинках було тепло. Да, тепло, добре і комфортно. Так, да, звісно. Да, окей. Ну все так класно. 80%, да, ви сказали, ну приблизно 80% в квартирах тепло. Але ж хочеться зараз посіяти зерно якесь таке нехороше, і я хочу, щоб ви його розвіяли. Або ні. Ну є ж проблемні місця. Такі великі проблеми. Проблем очень много еще остается. Ну, от найбільше, які проблеми. Большая проблема, еще раз, это внутридомовые сети. То есть мы говорим, что ОСМД всегда должно отвечать только за места общего пользования. Местом общего пользования мы не можем называть квартиру. То есть в квартире есть собственник, который за 40 лет не заменил ни единого стояка. Не заменил свои коммуникации, которые проходят через его квартиру. Загальними зборами было визначено, що ОСМД тільки обслуговує підвал, техповерх, криша, під'їзд, крапка.
Тобто власник бажає, щоб у його в квартирі замінили повністю всі комунікації, які за счет других соседей. То есть, если мы этого сделать не можем, то, соответственно, проблема возлагается сразу же на всех собственников по этому стояку. Мы, это если проблема. Собственники решат, конечно, можно помочь старикам. Можно. Но опять же мы говорим о том, что тот взнос, который на сегодняшний день есть, там 5-5,50, он не рентабельный для того, чтобы еще обслуживать квартиры. Просто не рентабельный. Мы говорим о том, что даже вот вызначаясь с тарифом, который есть у коммунального предприятия «Жилсервис-2», в районе 7 гривен, в нем нету ни текущего ремонта, ни тем более капитального ремонта. Там есть только аварийные работы. То есть мы говорим, наложить хомут, мы говорим, заменить какие-то метр-полтора трубы, не более того. Почему я и говорю, что собственники должны понимать, что это их имущество, которое они должны полностью ремонтировать за свои собственные деньги. Если сказать коротко, вы знаете, вот я начал повторять эту фразу, перечитал классиков, разруха в головах. Ну вот как это все актуально сказано, собственник хочет, чтобы все было, но не хочет за это платить. А если заплатить, если даже и платить, то он хочет минимальную сумму. А что такое минимальное? Он хочет, чтобы платить гривну 2, и его обслуживали на 22 гривны. Дешево и сердечно. То есть, да, ну это невозможно. Причем все ходят в магазины, все прекрасно понимают, сколько что стоит. Если у нас продукты питания дорожают, то как? Материалы не должны дорожать? Но это же абсурд. На этом фоне мы говорим, в прошлый раз была конференция о том, что мы просим у города, естественно, софинансирование, выделение денег, это можно делать за эту сумму. И если эти разрухи в головах, у нас есть примеры домов, ну, хотелось так сказать, которых есть крышная котельная, которых есть все хорошо, есть все условия для подачи, там не могут договориться собственники между собой. Где общее даже собрание, кто есть, председатель, кто платит деньги, уникально. В доме есть все для счастья. Але счастье вони знайти можна, не можуть, да. Вони можуть розібратися вот, між собою. Вот это яркий пример слова «разруха в головах». Причем я при этом говорю, виноват не председатель, не инициативная группа, виновата вся громада, которая между собой не может найти компромисс для решения вопроса. Да, можно вызывать полицию, почему-то полиция должна эти вопросы решать. Можно вызывать телевидение, они ждут, что телевидение за них во всем договорится. Тобто вони шукають людину, яка буде третейским судьей, да, яка прийде и все за них. Опять же, эта людина ничего не сделает. Ну, то есть у нас в прошлом году действительно в январе месяце в сильные морозы произошла серьезная авария в место общего пользования. И на тот момент денег не было на расчетном счете. Наша громада, некоторые жильцы, как мы их называем, с особым мнением, вызвали 11 телеканал и посчитали, что сегодня у них будет полностью тепло. К сожалению, тепло стало только через 4 дня, когда единоразовым взносом погасили люди задолженность, деньги выделили для того, чтобы сделать этот капитальный ремонт. Как дополнение, вы знаете, громада формируется. Вот Новокрымская 3, мы говорим, 15 это числа. Это любимый дом. Это самый любимый дом. Показательный когда, любимый дом. Когда подающая труба 150-го давления просто лопнула настолько, что заменить ее было невозможно. То есть к ней приваривались, а она просто нельзя было привариться, потому что она уже старая. Была техническая возможность отключить один подъезд. Отсечь, вот как с подводной лодки, ненужный отсек. Да? И весь дом... Все члены правления, весь дом был без отопления. Почему? Потому что собирались взносы единоразовые на ремонт. Вот это формирование громады, вот это человечность, вот это дружба, вот это совместное решение усилий. И это те громадянське суспільство, до якого ми власне, яке ми будуємо. Але якщо ми не будемо якось в себе в голові щось влаштовувати, то і в хатах у нас буде холодно. Волшебника не буде. Будемо без світа, будемо без каналізації, будемо без води. Тобто сіті в будь-якому випадку за 40 років, вони зношені. І зношені вони практично на 85-90%. Тобто ніхто ніколи не хотів ні во що вкладати. Всі вважали, що оплата квартплати в гривню, она будет им счастье и будет полностью дом процветать. К сожалению, пришел тот момент, когда действительно пришла расплата. То есть ну, невозможно сделать то, что убивалось 40-летием, за год или за два и даже за пять лет. Ну, то есть это не один десяток років. Не один. И все-таки еще раз, мы ругали теплоэнерго, мы вот последние там 3 недели мы с техниками, там тоже не все хорошо.
Там тоже низкие зарплаты у слесарей, да, достаточные. Там у них текучка большая. Им очень тяжело в этой ситуации, но сотрудничество налажено намного... Работая с наладчиками, работая со слесарями, работая с руководством Теплоэнерго, действительно хочу поблагодарить, начиная от Андрея Владимировича Клименко и заканчивая тем же абонентским отделом девочками, теми же слесарями, теми же наладчиками. То есть, действительно, взаимопонимание наконец-то мы нашли. И перестали перекладывать ответственность друг на друга. То есть, мы работаем теперь взаимно. То есть, мы теперь работаем четко. Вот, если есть какие-то проблемы, мы их начинаем искать вместе. А раньше это было так. Ага, в доме холодно, идите бейте председателя. Ну, я утрирую. Телефонуйте в засобах массовой информации. Да. Или же мы говорим о том, что идите в Теплоэнерго. Ну, то есть, и перекладывали друг на друга. Сейчас, если есть где-то проблемы, действительно, мы начинаем их искать. И если мы говорим о том, что нету на одном из стояков, то эта проблема уже не ОСМД и далеко не теплоснабжающая организации. Это проблема конкретно собственников данного стояка. Дякую, с проблемами ми розібралися. Скажіть мені от таку річ. Зараз, ну, якийсь певний проміжок часу, та, існує така традиція утеплювати квартири, да? Оце от зовнішнє, оце обшивання. Скажіть, чи воно впливає позитивно на знаєте, опять обігрівання? Знаєте, опять найголовніша проблема – розруха в головах. Розруха. От. Давайте розвіємо ті всі. Дом Артема 90D, де я щасливий председатель, де я живу. Кожен рік у нас конкурси, великолепний дом, все ми зробили, у нас кришна котельная, погодная станция. И мы говорим о том, да, у нас наконец-то появилась программа 30 на 70. Программа энергоэффективности. Да, мы собираем собственников. Да, собственники слушают. Но решение что? Не принимают. У нас клаптиками утепления это неправильно. Так не должно быть. Оно не решает проблемы дома всего в целиком. Одной квартиры все понимают. От пожарной безопасности. Заканчивая строительными, многоразными нормами, всеми. Ну, да, вот эти все химичные штуки, да, конечно. Я рад за те объединения, вот очень рад, которые наконец-то приняли такие решения, сейчас начали это делать. Чуть ли не хочется приехать, сходить на экскурсию и спросить одному председателю громады, как это у вас получилось. Расскажите. Следующий этап в домах, где сделано все, индивидуальный теплопункт по пути, это, конечно, только утепление. Только утепление. Мы не должны тратить на воздух, мы должны экономить. Это общемировая практика, так вышла вся Европа. И опять же мы говорим о том, что сам дом ОСМД, он не сможет вытянуть эту сумму на утепление. То есть это либо кредитные деньги, либо помощь нашей власти. Да, то есть два пути есть решения конкретного утепления. Либо это кредитование под льготный процент с возмещением. Либо это все-таки утепление за счет власти нашего города. Программа начала работать, фонд энергоэффективности, мы на нее очень надеемся. Вот все прошлые годы я говорил, не надо платить субсидии. Не надо. Почему? Не надо платить. Давайте людям не рыбу, дайте удочку. Они сами будут ловить рыбу. Потратите сумму, которую вы запланировали на субсидии и льготы. Выдайте людям льготный кредит. Льготный кредит, который будет экономически целесообразен. Утеплите, делайте реновацию дома. И в следующем году вам не понадобятся деньги на субсидии. И мы говорим о том, что люди будут это видеть, люди это будут понимать. И действительно мы начнем работать вместе, совместно с людьми, утеплять дома. И будет счастье всем. То есть механизмы есть. И ними потрібно просто користуватися. Да. Вот наша инерция людей, у нас украдут, у нас заберут квартиру. Это страхи и да, нельзя работать с государством. Возможно, особенно у людей в пожилом возрасте, они правы, потому что все эти 25 лет после развала Советского Союза. Ну, как вот, вы знаете, опросной лист, вот мы сейчас готовили к программе софинансирования, и когда на одном опросном листе написано было о том, что он, исполнительный директор Брасловец, украдет эти деньги и пропьет ее с семьей, ну, это просто абсурдно было. Вы, вычитая всею семьей будете пропивать, если что, написали с женой. С дружиной, ну, правильно. Да. Дитям, на другом листе письмового опытывания написано «лошары». Ну, да. Это вот... Ну, то есть, это просто абсурдно вот читать. Абсурд. Особенно, когда говоришь, так, если все так плохо, ну, становитесь поработать. Вы знаете, лес рук, в кавычках.
Работать нет, а вот диванных генералов, ну, слишком много. Ну, звісно, в нас дуже експертів, які знаються на всьому, їх дуже багато. Так, в футболі. Багато, всі так. Раніше спеціалісти футболу, потім в політиці, тепер всі спеціалісти ОСМД і теплотехніки. Дайте, будь ласка, поради нашим глядачам, тим, хто нас дивиться. Що ж робити, якщо в їхніх квартирах з початком опалювального сезону немає тепла? Ну, я зараз не говорю грітися алкогольними напоями або якимись там пледами чи там коханням, але ну, от порадьте їм, куди звертатися і що робити. Перше, я услышав вас. Значить, перше, що би я рекомендував, це об'єднитися всім людям по стояку. Проверить полностью всю систему отопления, как она смонтирована, где есть какая запорная арматура. Второе. Если у кого-то есть нарушения, совместными усилиями эти нарушения убрать. Третье. Если действительно никакого результата не дается, обратиться в ОСМД, проверить подачу, обратку на данный стояк. Если действительно будет температурный режим не соответствовать тем нормам, согласно температурного графика, обращаться тогда в теплоэнерго и совместно, комиссионно проверять и обследовать весь дом. Все. Не получится просто. Еще раз. Самая главная проблема – это нашим соседям найти взаимопонимание между собой. Просто у нас, извините, что перебиваю, просто у нас люди привыкли как? У меня холодно, вы нам должны. То есть вы, как у СМД, идите, проверяете, требуете и так далее. В жилсервисе то же самое. Да, ну, в СМД это просто как-то регулируется. Действительно, все идут на помощь, все идут пониманием. Третье, мы сделали вот такой эксперимент, ну так скажем, да, вот в домах. Пожалуйста, в доме не хватает денег на все. Ну, такая уникальная ситуация. Объединение закупает материалы, условно, 5 подъездов. И делает по стояку ремонт везде за свои деньги, взносами в подъезд. И вы знаете, этот год показал настолько очевидно, в тех подъездах, где это сделали, все хорошо. В тех подъездах, где это не сделали, это плохо. Поэтому говорим, граждане, объединяйтесь, думайте вместе с соседями. Принимайте решение, будет руководитель объединения, председатель, который вам поможет, будет местная власть, которая вам поможет финансово, и тогда это реально, и этот год это показал. Если тобто правильно, є позитивні результати? Конечно, если не так быстро, как хотелось бы, хороших, это понятно. Хорошие результаты есть в чем даже. Мы говорим о том, что обслуживание дома, да, сантехник, электрик, который действительно должен выезжать на аварии. Ну, допустим, если мы говорим о квартире, где собственник не следит за своими коммуникациями, она у него потекла в один из определенных дней, да, там, особенно ночью. Почему за счет ОСМД я должен вызывать аварийную бригаду, которая должна перекрыть этот стояк? Если собственник не следил за этим, тогда собственник должен, так как он не следил, он должен оплатить самостоятельно вызов этой бригады, и деньги нельзя возлагать конкретно на общество всех совладельцев. То есть только если вызвали для конкретной квартиры, пожалуйста. И вот тогда собственник начнет понимать, что это его квартира, б, он несет ответственность за коммуникации, в, за каждое действие он должен платить. Он начнет ремонтировать это заранее, а не ждать тогда, когда оно потечет у него. И цена вызова сантехника должна быть неимоверно высокая. Чтобы человек понял, что ему выгоднее поменять летом, чем все равно заплатить, поменять зимой, и не дай Бог при этом еще залить соседей с 9 по 1 этаж горячей водой. Тобто потрібно думати завчасно про все, що... Я би ще з вами говорила і говорила, але час нашої прес-конференції вичерпується. Хочу сказати наступне. Ви можете грітися в будь-який спосіб. Ви можете вдівати на себе купу речей, можете грітися алкогольними напоями, хоча ми не пропагуємо такий спосіб зігрівання. Ви можете любити один одного і обійматися. Але якщо в ваших квартирах буде холодно, ваші батареї не будуть давати тепло, ви в жодному разі не зігрієтеся. Отже, беріть відповідальність за свої будинки, за свої квартири на себе. Гуртуйтеся, і буде вам тепло, і буде вам добре. На цьому наша прес-конференція закінчується. Робота телеканалу «Відкритий» триває. Ми працюємо для вас. Не перемикайтеся. До наступної зустрічі.